Не почистил зубы. Ну, я забыла, может быть, мне было лень. Смотри, чтоб твоя забывчивость не обернулась тебе потом кариесом. Паспорт не забудь, а то тебе без него билет не продадут. И у меня есть для тебя один маленький сюрприз. Тогда я вначале поборю свою лень и сварю нам кофе. Договорились. Кстати, а какие планы на сегодня? Сегодня мне предстоит консультация с одним маленьким мальчиком. Я думаю, ты справишься. Конечно, справлюсь. Я же профессионал. Сергей, а что это значит? Это и есть настоящая причина моей поездки. А это кто? Видимо, мой сын. Мне кажется, ты не говорил, что у тебя есть сын. Я сам недавно об этом узнал. Алиса, давай поговорим. Ты же все-таки психолог. Все хорошо, Алиса. Все хорошо. Главное расслабиться. Все будет хорошо. Да, Алиса, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Да, я уже в пути. Поезжайте. Ух ты, а что рисуем? Может, ты сок хочешь?
Арсений. Арсений. Ой, ой, извините. Куда ты так спешишь? На помощь другу. А что случилось с твоим другом? Мне надо спешить. Да, непростой у нас с вами день выдался сегодня. Это точно. Знаете, Алиса, я не родной отец Арсения. Ему было 3 года, когда я стал частью этой семьи. Я мало бывал дома из-за многочисленных проектов по работе. А прошлым летом Арсений потерял маму. А как это произошло? Она утонула. Мне не хотелось бы сейчас вспоминать об этом. Простите. Скажите, поведение Арсения изменилось как-то после этого случая? Да. Он перестал есть мясо, например. А недавно вообще похоронил замороженную курицу. Знаете, мне так кажется, что он из-за сэндвича убежал. Вечно я все путаю. Простите, что не смогла его остановить. Молодой человек, вам помочь чем-нибудь? Да, я хотел бы выбрать птицу. Птица с клетками у нас там.
О, парни, смотрите, пикантная тема. Нормально. А у меня, знаете, я улетел. Вот это сюрприз. Ты еще здесь? Откуда у тебя эта картина? Ну что, пойдем? Сейчас, я только еще разок прокачусь. Ну ладно, тогда догоняй. Ух ты! Ну, сейчас я тебе. Эх! Ну что, мы на месте. Вставай здесь. Закрывай глаза. Только не подглядывай. А как ты думаешь, маме сейчас хорошо? Ей хорошо, когда она видит, что ты счастлив. Тогда я всегда буду счастлив.